Привет, друзья! Опубликованы кадры применения на Украине российским самолетом Су-35, предположительно ракеты Х-35У. Несмотря на то, что ракета Х-35 считается противокорабельной, модифицированная версия Х-35У, оснащенная ГСН «Грань-К», может поражать и наземные РЛС на дальности до 260 км. Ракета имеет боевую часть 145 кг и летит на высоте от 20 до 50 метров, огибая земную поверхность. На видео показан удар ракеты Х-35У в украинскую радиолокационную станцию кругового обзора П-18, принятую на вооружение в 1970 году и предназначенную для обнаружения воздушных целей. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.